Второй день, подъем в 6 был, в порядке исключения, и приехали на литургию. Экзамены. Тут такой человек работает. Если человек не задумывается о том, что будет смерть и будет обязанность, такая жизнь проживет. Когда казаки пришли по мелководью на конях, они скаламутились одна ил, и Ерик стал черный. Ну или черный. Люба, братцы, Люба, братцы, жить. Селка на царушку добывала коня. Черный Ерик выгнали казаки, выгнали казаки 40 тысяч. Ребята на скорость разбирают и собирают учебный автомат. Ваня, мои дела. Ты всем мысли я люблю. Война села мало лишь. И совета учрами. Это большая святыня, которые чаще всего давали, ее дробили, высушивали и натощак с крещенской водой потребляли. Здесь кровь моя за вас много проливается, давай душа и тело славят, и праву сотворить все, что угодно. Женщина, она попросила через своих близких, чтобы он приходил и крещал ее на дому. Православный Азов!